У Гомелі прайшоў злёт юных журналістаў. У яго праграме былі і майстар-класы, і знаёмства з працай прафесійных карэспандэнтаў, і размова з выкладчыкамі факультэта журналістыкі БДУ. Падрабязнасці ў Веранікі Гамзюковай. 44 юнкоры прыехалі на злёт з усёй Гомельшчыны. Гэта школьнікі, якія супрацоўнічаюць з раённымі друкаванымі выданнямі. У праграме мерапрыемства наведванне абласной бібліятэкі імя Леніна, кандытарскай фабрыкі «Спартак» і інстытута лесу. Юных журналістаў пазнаёмілі і з работай буйнейшых медыяхолдынгаў рэгіёна, тэлерадыёкампаніяй «Гомель» і рэдакцыяй газеты «Гомельская праўда». Чрезвычайно важно для молодого журналіста увидеть изнутри всю кухню телевидения и радио. Ведь те, кто выбирает путь журналіста, они, конечно же, должны видеть, каким образом это происходит. Потому что если есть хорошая теоретическая подготовка, то было бы здорово, если бы она была подкреплена еще и практической частью. На Гомельскім абласным тэлебачанні юным корэспондентам дали майстер-класы в опытные ведущие. Александр Лупиненко, ведущий ранішнього эфиру «Доброй раніцы Беларуси» программы «Добрый вечер, Гомель», рассказал, как преодолеть страх перед камерой и працавать у кадры. Потом все жадаючыя смогли попробовать себя в этой роли. Александр Гавейка, автор и ведущий программы «Головная тема», познакомил гостей с форматом ток-шоу и пропоновал юным корреспондентам самим подрыхтовать сценарий программы. Впечатление незабываемое, когда я стал за стойку веду. Мир вокруг меня буквально изменился, и я стал понимать, что я попаду в квартиры миллионов. С эмоциями я смог справиться только после половины текста, я стал чувствовать себя спокойно. Я никогда не была на подобном мероприятии, для меня это в новинку, и я бы с удовольствием посетила такое мероприятие еще раз. Очень интересно наблюдать за процессом съемки, как это происходит. И, может быть, в своем дальнейшем будущем я бы выбрала даже такую профессию. Когда ты выходишь к стойке и знаешь, что через секунду тебя увидит вся страна, это ощущение, когда сердце колотится, а коленки чуть ли не подгибаются. Эти эмоции, я думаю, я запомню на всю жизнь. Мне безумно понравилось данное мероприятие. Было интересно понаблюдать за работой профессионалов. После майстер-класса школьники отправились в институт лесу, где спочатку им показали науковые распрацовки. После знакомства с працей ученых началась опошняя частка взлета – размова с выкладчиками факультета журналистики БДУ. Яны расповели про сферу медиавытворчести и массовой коммуникации, сучасные подыходы подрыхтовцы журналистов и реализации творчего потенциалу. Наприкінці встречи выкладчики подкреслили, что будут рады бачить усіх юнкоров у ліку своих студентов. Хочется пожелать молодым ребятам вот этой уверенности, что они идут своей дорогой. Понимаете, это очень важно определиться именно сейчас. Сейчас много сил, много возможностей, много амбиций, много целей. И вот сейчас, наверное, если они поймут, что это работа, их работа, то все у них в жизни сложится. Вообще было на самом деле очень приятно, потому что ребят очень много. Вот Гомельский регион, практически 50 человек, вот, и все мечтают стать журналистами. Вероника Гамзюкова, Валерий Хапанько, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель».